провести день вместе с близкими, выпить пиво и отведать вкусные блюда, потанцевать. И все это под открытым небом. Фестиваль «Октоберфест» по-русски проводится в парк-отеле «Орловский» уже в 8-й раз и становится все более масштабным. И хотя в этом году немного подвела дождливая погода, но это не помешало встречать гостей не только из Подмосковья, но и разных городов России. Это хороший веселый праздник, где много еды, напитков, музыки, веселья, танцев, несмотря на эту великолепную осеннюю погоду. Хороший праздник, хорошее настроение. У пива здесь особый статус. Частные пивоварни, кстати, подмосковные, порадовали десятками сортов этого пенного напитка. Все только самое свежее и качественное. Есть эксклюзивные сорта, есть вишневая, есть клубничная, ну и больше по классике. Есть портер тот же самый, который плотный, вкусный. То есть любой любитель пива может прийти по своему вкусу для себя что-то выбрать. Впрочем, ошибочно думать, что Октоберфест – это только фестиваль пива. На самом деле пенный напиток – лишь одна из его составляющих. А история фестиваля вообще началась со скачек. Теперь же это большой праздник, где в списке предлагаемых активностей буквально все. Можно попробовать различную кухню, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть различные шоу. Кстати, те, кто побывал в Германии, отмечают, что Октоберфест по-русски ничуть не хуже. Здорово очень, очень ярко, очень вкусно, очень гостеприимно. И даже вот наши питомцы полные радости и такого вот прям единения с природой здесь. Здесь и здорово, и тепло, и уютно. Праздник огонь для детей, вот есть развлечения, хоть родители отдохнули. Пиво вкусное. Песни веселые. Всем советую, приезжайте отдыхать. Шикарный праздник, все очень хорошо. Ели колбаски, пили пиво. Что мы еще ели? Раков еще ели. Ребенок участвовал у нас в раскрашивании игрушек из дерева. Весело, супер, много позитивных людей. Приятно, можно провести время с семьей и близкими. Спасибо большое организаторам за такой праздник. С наступлением вечера гостей ждала развлекательная программа, в которой выступили звезды российской эстрады. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.